Смотровые комиссии района продолжают работу по мониторингу и выявлению нарушений правил безопасности. Целенаправленная работа проводится с особой категорией граждан. Это многодетные семьи, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, одинокие и одиноко проживающие пенсионеры. В состав комиссии входят представители МЧС, РОВД, здравоохранения, образования, соцзащиты и другие субъекты профилактики. В Старобинском сельисполкоме прошла очередная смотровая комиссия. Домовладения проверили на наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей, выявили нарушения, способные повлечь возникновение пожара. По результатам этих осмотров заполняются подучетные карточки, по результатам которых мы потом смотрим, кому надо оказать какую-то помощь в ремонте электропроводки. Если это одинокий товарищ, значит, мы направляем на управление по труду и соцзащите, чтобы оказали помощь. Если это люди, у которых есть дети на территории Совета или вообще проживают на территории Беларуси, мы, естественно, направляем им письма, чтобы оказывали помощь своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, а также иногда люди сами готовы установить тот же пожарный извещатель, пойти купить и поставить. Ну, просто надо людям напоминать о безопасности.